Я так думаю, вся местность такая, что что-то где-то. Я ему рассказал вот сейчас под конец про нашу теорию. Он ее тоже полностью поддержал. А? Не, я знаешь что, ну нахер, провалишься еще. Там, потому что я сейчас изнутри посмотрел, что-то. Вот, да, вот эти холмы, да? Вот и непонятно, что там. А где вход? А, то есть это вот этот, да? А здесь что у них выкопано? А это, я так понимаю, откуда воздух, да? Ну да. Выходил. Ну да. Вот этот. Да что ты будешь делать? Чуть не запнулся. Ну что, братья и сестры, идем в бункер номер 2. Слушай, интересный мужик попался. Я так подозреваю, он военный, наверное. Ну а чё? Он один ездит. Ему, может, не с кем. Ну, кстати, он рассуждает один в один, как я, только даже умнее. Вот оно, солярой-то воняет где. Вот этот бункер солярный. Сейчас я ещё включу тоже вспышку, чтоб и фонарь... А? Не вывернул. Значит, никому не нужна. Может быть. Ну да, правильно он сказал. Этот бункер менее интересный. Тут практически ничего и нету. Да, может и был. Если, как они тут говорят, да, запах солярки, вот он, чувствуешь? Есть немного еще запах соляра. Поэтому тут ничего особо такого нет. Угарный газ опасно. Что здесь мог быть за угарный газ? Угораешь. Что ты предлагаешь надеть? О, здесь лампочки тоже. Да они нахер никому не нужны просто. О, пожарный щит. Так, надеюсь, там нет никакого тела. Чё тут нахуй такое? Ты сейчас нахуй ёбнешь по двери пару раз и завалит нахер. Да ну нахрен, херня здесь какая-то. Так. Главное не упасть. Не, слушай, какова была вообще, да, вероятность в бункере встретить человека? А ты еще все спрашивал, ну когда же нам кто попадется? Было бы, знаешь, вообще прикольнее, если бы мы просто шли, и он бы нам случайно в кадр попал. Дынь. Да. Да нет, тут хрень одна. Чё тут считай? Нет ничего такого. Ну вот. Фоточку сделаю.
стенды. Фильтра, что ли? Какие тут? Вон те. Или это доски просто так выглядят? Кнопку пуск не нажимать. Да, весело. Что поведал этот человек, что где-то в районе Тирхавиц, недалеко от нас, есть тоже какие-то катакомбы, еще похлеще этих. Какой-то человек, конкретно с Тирхавиц, он просто не рассказывает о них, потому что там еще много цветмета. Нас, конечно, цветмет интересует в последнюю очередь, хотя я понимаю, что это деньги, но хотелось бы знать, кто-нибудь знает об этом месте? Если знает, расскажите. Нам очень интересно, где оно. Так, там я уже был. Ну что? Вот так тут круто. Поездка удалась. Что тут еще сказать? Блин, из бункера вообще, когда выходишь, такое ощущение, что здесь просто Африка. Так жарко сразу, да, становится. Ой. Недавно видно, что берет. Может быть. В общем, с бункерами пока все. Вот еще бункер. Знаю. Ну, сам вон видишь, блин. Гора какая. Не, конечно. Можно подойти, посмотреть. Да мне тоже кажется, это что-то такое. Сюда надо приезжать с лопатой и копать медленно, но верно. Вот Сашке с металлоискателем, да, всего сказать, есть где как это сказать, разгуляться, да. Ну чё, выдвигаемся в сторону деревни. А на те холмы не пойдем? Да хер с ними. Может, еще кого, когда сюда привезем, то и на холмы сходим. Я ему рассказал про нашу теорию, он ее тоже полностью поддержал. Он просто сказал, я, говорит, внимания не обращал, но это имеет место быть. Он вообще классные вещи-то говорит. Уж, ребята, я не выставлю, что он говорил, полную речь. Два холма, да? Вот. Вот. Что там? Да кто его знает? Это что тут за хрень валяется? А? Коробка, как ты видишь. Нормально. Вот там какой-то ход такой должен быть. Сейчас посмотрим. Это поддай весь. Главное, труп не найти. Неплохий надо, да, телевизор-то? А? Нету? Ну, ладно. Может, и правда сюда надо с экскаватором. Может быть. Ну что, выдвигаемся в сторону деревни. Вообще, сколько время? Ну, мы уже часовую пропустили. Ну, пойдем потихоньку. Пойдем. Я так думаю, вся местность такая, что что-то где-то добыло. Так. Ну, чего? Да тут, походу, одна, да, большая эта. Круто. Вон она еще, эта кладка из красного кирпича.
Слушай, тут похоже, просто те два бункера было сложнее разбирать. А вот те всего скорее засыпали по какой-то непонятной причине. Эту церковь я видел давно, в детстве, когда она была полностью разрушена. И подходил я к ней где-то вот с той стороны. Но какой это был год и сколько мне лет. Как я говорю, либо первый класс, либо садик. Круто. Ну я хер знаю. В натуре тут ежики пешком ходят. Опа. Домашний ежик. Да, ежик. Ты откуда такой тут? Эй, ежик. Ежик. Ежик, ты как там? Слушай, он какой-то, блин, это весь заебанный. Ежик, ты не короной больной? Но он какой-то это, еле живой. Ладно, девушка, иди, не буду тебя заебывать. Вот что я думаю по поводу того, что мне Серега сегодня сказал. То есть как перевести на удаленку, да? Ведь все родители так против после весны. А тут в этом классе подозрение на коронавирус. На 2 недельки в карантин. Сейчас будет в следующем классе подозрение на коронавирус. Опа, следующий класс. Так всех позакрывают. Потом скажут, что ой, блядь, смотрите, если сейчас не сядем дома, трупы-то по дорогам будут валяться. Всю эту херню мы слушали весной. Все это, блядь, интересно и увлекательно. Но вот в конце 2018 года, как я нашел на каком-то сайте, было, как же там, арабский коронавирус. И давайте угадаем, что случилось. Мы с Серегой тогда заболели в одни 10 минут 1 часа. И у обоих была температура 39 с лишним. И длилась она, у меня побыстрее прошло, у Сереги неделю, наверное. Тогда никто карантин не объявлял, и ебальники закрыть хуйней не просили. Всем было похую. Кому интересно, ищите арабский коронавирус. Это на сайте ВОЗ. Там английскими буквами написано. Переведете в Яндексе. Один хуй мысль потерял, блядь. Блять, я все проебал. Наверняка на Москву снова наступает коронавирус. Уже пора.